Готово или не готово учреждение к началу учебного года? Вот в чем суть вопроса, который на этой неделе звучал ежедневно в комиссии проверяющих. Без внимания не осталась ни одна школа, гимназия или лицей. Практически миллион бюджетных денег было выделено на подготовку школ и дошкольных учреждений. На сегодняшний день уже большинство школ и дошкольных учреждений наших садиков уже практически готовы. Я уже объехал практически треть, наверное, учреждений лично посмотрел. И я надеюсь, что мы 1 сентября достойно начнем наш учебный год. Работу в качестве руководителя проверяющей комиссии в гимназии номер 2 Вячеслав Дашкевич начал с оценки состояния пришкольной территории. Ухоженность стадиона, оснащенность спортивной площадки, наличие разметки, турников и ограждений. К 1 сентября силами работников учреждения были высажены цветочные композиции и оформлены клумбы, которые удачно вписались в ландшафт территории. Условно забытыми остались лишь входные двери, однако с ними здесь попрощаются уже на днях и установят новые. В гимназии главе продемонстрировали обновленные кабинеты. В одних прошел только легкий косметический ремонт, а в других модернизировано практически все. В учреждение уже поступает новая литература. Все идет в штатном режиме. Педагогическими кадрами гимназия обеспечена. Созданы безопасные условия для получения качественного образования. Много финансовых средств потрачено из городского и республиканского бюджетов. Полностью укомплектован кабинет физики, химии. К сентябрю месяцу будет поставлена новая мебель в актовый зал, в учебные кабинеты. Много средств и труда затрачено и родителями, и гимназистами самими, и деньги от оказания платных образовательных услуг. В зависимости от специфики, каждый эксперт в комиссии обращал внимание на определенные тонкости и нюансы организации учебного процесса. По итогам проведенного исследования члены комиссии единогласно высказались за то, чтобы оформить паспорт готовности. Гимназия номер 2 к встрече со школьниками готова. За этим учреждением постепенно подтягиваются и другие. Приятно радует то, что люди относятся с душой к своей работе. Заканчиваем крупные наши объекты. Это 25-я школа, ремонт пищеблока. 6-я школа уже практически закончена у нас. Такие из крупных. Я думаю, что к 1 сентября все будет готово, и мы с честью примем наших первоклассников. Подготовка к началу 2017-2018 учебного года в московском районе города шла довольно активно. Под особым вниманием этим летом была реконструкция и модернизация отдельных элементов 6-й и 25-й средней школ. Немалые денежные средства из городского бюджета были выделены на замену кровли и пищеблока соответственно. За следующие несколько дней проверяющие посетят все учреждения образования и в каждом вынесут свой вердикт. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».